за Украину. Я, конечно, хотел бы за сборную играть, и если сборная Украины вызовет, то полечу. Роман старается не пропускать матчи сборной Украины. Но на пути в Украину у игрока одна преграда. У него нет украинского паспорта. Сделать его Роман и может, и хочет, если только будет нужен сборной. Пока же Нойштеттер – гражданин Германии с украинским сердцем. Все не вмерла Украина, ни слава, ни воля. С членом братья украинцы усмехнется доля.